Амадеусы так любят друг дружку, что Амадины так любят друг дружку, что они прижались один к другому. Вот сами посмотрите, как они близко сидят. Они обмениваются не только своими насекомыми, а заодно и греются. Сейчас выключат свет и будут в темноте сидеть. Ну ладно, не будем им мешать, все-таки семейная пара. Надо садить. О, уже голос подает. Не будем мешать их интимной жизни. Спасибо за внимание. Вот этот, который цветной, это самец. А та, которая в шубе, это его супруга. Волнуется, потому что думает, что мы сейчас будем бульон варить. Бульон мы варить не будем, мы будем продолжать заниматься своей деятельностью.